Итак, возьмем первую миссию без знамен. Нормально. Вы находитесь на канале Asmodee Play. Здесь мы играем не только новинки, но и игры ретро. Так что наслаждаемся. С отступлением британских войск с пропитанного кровью побережья Дюнкера Черчилль издал приказ, ознаменовавший появление бойцов абсолютно нового типа, подготовить стрелковые отряды для нанесения устрашающих стремительных ударов. Ну, как я понимаю, это кто они там, люди, для которых мясо кидают и все, и забывают. Лучшими в рядах этих бойцов стали отнюдь не образцовые солдаты, следовавшие классическим армейским правилам и порядкам. Среди них были бунтари, головорезы и пираты. Ух ты, господи, и пираты были. Те, кто обычно не стремится в военную службу. Я даже знаю одного капитана, который тоже бы мог бы поучаствовать, если бы не был бы мистическим или кто фантастическим пиратом. Капитан Джек Воробей. Ну, тюрьма. Вот здесь и будем набирать людей. Никто не говорил о качестве продукта. Главное количество. Итак, ломай парнишку. Режь сухожилия на ногах, чтоб не убежал. Ну, можно наступить на него, он какие сапоги-то. Ты Билли Бриджер? Так у меня в бумагах написано. Использование взрывчатки в преступных целях, покушение на убийство, попытка вооруженного ограбления, поджог. Это ты три раза пытался ограбить один и тот же банк? Точно пытался. Ты ведь Билли Бриджер. Сын великого и ужасного Артура Бриджера. Я Артур, мать вашу, Бриджер. Гоните сюда чертовы деньги. Это ведь твой отец, так? Как его не упекли вместе с тобой? Да потому что я всегда сам ходил на дело. Ага, конечно. Но сам ходил, сам теперь в тюрьму. У меня есть к тебе одно дело. Я собираюсь команду. Зуб даю, тебе это понравится. Ну и там тебе будет уж точно... Так, ну ладно, да чего там ему будет дело? Это уж не важно. Давай, отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Что за отряд? Отряд самоубийц. Тебе нравится морское побережье? Конечно. Блюватрон открыт. Давайте. Кому хуже, чем ему? Или что? Плохо, нет? Все правильно, вот. Блюватрон. Морское, мать его, побережье. Группами подвое. Мне хреново. Я тут кишки сблевываю, ты берешь и сваливаешь. Конечно. Давай, шевели копытами. Там наверху отличная лавка с мороженым. Куплю тебе рожок. Ну, хорошая шутка. Без знамен. Без... Не читайте без знамени. Без знамен. Все. Валим. Сидор, на спину и вперед. Мелкими шажками. Господи. Его все еще получат. Мне после каждого движения блевать хочется. Так, а ты не бежишь. Он бежит, а ты не бежишь. Давай, ну тоже беги за ним, что ты. Так, ускорение. Вот, ускорение открыто. А, оружие ты можешь поменять, чтобы чуть полегче? Обратите внимание, горы. Тут в Снайпере 3 играл тоже Кавказ, горы одни были. Так и здесь. Их прикалывают, что ли, разработчиков горы рисовать. Или это самое простое? Ручей. Ну, правда, он какой-то, смотрите, блестящий, мокрый, с воды, влажность. Да, самолет взлетел, поэтому нам туда будем взрывать самолеты. Авиабазу будем громить.
Вот только на нас и держится. Давай. Ну, пошел, пошел. Я у тебя в тылу. Бойся меня. Бугагашеньки. Ну давай. Ты будешь, мать, ты будешь вставать-то? О. Как инвалид, я уже думал, ты не встанешь. Ты тут уже бывал? Знаешь, куда идти? Да я постоянно тут отдыхаю. Иногда еще и с женой. Значит, ответ отрицательный. Забросили хрен знает куда. Ну ладно, хоть объяснили, что делать. Сейчас что, непонятно, так сейчас еще объяснят. Потому что вроде как пришли. Теперь посмотри в бинокль и скажи мне, что ты видишь. Давай. Так, где бинокль? Вот он, бинокль. Так, о, приблизить можно. Врага вижу. О, еще одного вижу. Так, сирена. Так. Сирена. Оружие, оружие, оружие. Взлетная полоса. Будка. Ну, смотрите, тоже тело неприкаянное. Ну, что нам делать надо? А, мне еще надо посмотреть туда. Аэродром там вдалеке. Ангар наверняка охраняется, так что тебе придется вытащить руки из задницы и найти, как туда попасть. Хорошо. Сделаем. А ты уверен в этих своих бомбах? О, так я бомбы произвожу. Конечно, уверен. Я же произвел. А если меня поймают, ты свистнешь и оставишь меня тут. Не будет никакой гребаной славы, сынок. За подвигами стремиться. Тоже мне богатырь, Алешенька. Все ему славы мало до подвигов. Смотри, не попадись. Так. Ну-ка, где у меня тут рукопашка-то? Блин. Давай сейчас. А по какой-нибудь острый камень жопу порви себе еще. Так, где ты? Вот он. Хорошо. Что у нас здесь? Вот он. Мы возьмем. Это нам пригодится. Подойдем потихонечку. И в рукопашечку. Снимем его. С ножа. Опаньки. Вот и все. Их там двое ходят. Ой, где-то вот тут вроде один был. Среди обломков, нет? Или мне показалось? А-а-а. Был все-таки один среди обломков. Вот так. Что у меня здесь? Ну, конечно, поменяем. Где ты? Я пожарил котлеты. Тихо, тихо. Спокойно. Спокойно, гражданка. Вот так. Тихо, 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 тихо. Кто-то еще? Вот так. О, какое хорошее у меня ружье-то. Так, что у меня здесь имеется? Ух ты. Берем все. Так. Что у нас здесь? Свалка. В свалке есть что? Как то ли ехать на грузовичке? Там вот что-то есть, нет? Там вот что-то есть. А мне туда надо?
А хрен его знает. Ну раз я сюда бегу, значит мне туда надо. Ой-ой-ой. А он там не один. Какое-то оружие там они охраняют. Ну давай посмотрим. Опаньки. Второй. Опаньки. Ух ты, БТР. Чё он здесь? Я даже не знаю, брать, не брать такую штуку. Я вот БТР-то точно возьму. Так, как все залазить? Как все залазить? Должен залезть я как-то. Так. Вот, нажмите Е, чтобы сесть в технику. А, вот это как. Вот, вот масштаб поменяли. Блин, вот так вот вдвоем бы тут играть так-то. Ну ничего. Давайте посмотрим. Проедем. Ух, какой грозный. Аж сам себя боюсь. Давай. Я не буду сбавлять скорости. Я даже знаю, что я сделаю. На. Вот так. Все. Ой, я вылез. О, ничего, неплохо. Давайте посмотрим, что здесь за оружие. Ух ты, винтовка R. Снайперская винтовка. Что мы видим? Почему на вышке никого? Непорядок. Вот. О. А вы заметили, что на винтовке глушитель стоит? Перезаряжаем. Блин, я что, не попадаю? Куда ты? Блин. Давай. Есть. Так. Есть. Вот и все. Кто-то еще есть? Так. Смотрим. Нету никого. Не может быть так легко и просто. О, голубчики. Давайте их наведаемся к ним. Сидит парочка. Не вдупляю, что их здесь убивают. Так, а где я их видел-то? Тихо, тихо, тихо. Вот. Блин. На. Вот и все. Блин, блинский. Вот это засада.
Так меня уничтожат. Так, я где тут? Где тут? Оружие где-то видел. А где? Да, я тоже вас слышу, господи. Я от вас сматываюсь, вы за мной только не бегите. Где оружие я видел? Гребаные горы, одни на других похожи. На вас все под... все потратил. Опаньки. Давайте перезарядим. Что у нас там? Так. Сигнализация. Сирену, если отключить, чтобы подмога-то не прибыла, а то во многих играх-то сирена. Из-за сирены подмога-то прибывает. Так, 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 так. Ну-ка. Там кто-то в горы убегал, да? Блин, в третью пулю в него сейчас, давай. Блин. Так. Патронов нет. Нет боеприпасов. Понятно. Меняем. На там, где есть боеприпасы. Подкрепление на подходе. Так, Е. Давайте. Встретим гостей. Так, так, так. Что у нас здесь? Так, а как меняется-то? Ну-ка. Так. Давай. Вот так вот. Я их вижу. Ох ты, господи, так я могу вот так вот подъехать сейчас. Где там F1? Поехали. Я вам сейчас покажу, падла. Давай. Что вы мне можете сделать? Вот так. В крошку вас. В капусту. Давай. Поехали. Проникните в охраняемый ангар. Без проблем. Ой-ой-ой. Кто? Так. Обратно. Господи, что за... Ага, ага. Вот так вот. Со всеми расправился.
Или еще кто-то остался? О, кто-то остался. Ну-ка, давайте-ка с вами разберемся, парнишки. Ну, вот что за идиоты? Ну, вот стреляю же я. Никого не жалею. Зачем вы сюда рветесь? Сами сдохнуть хотят. Ой, какой-то броневой. Ну ладно, давайте выйдем. Че у меня тут? Глюк какой-то, что ли? Ну, ничего страшного. Открываем, заходим. Устанавливаем взрывчатку. Так. А куда мне? Устанавливаем. Все, сваливаем. Эй, ты что сделал-то? А боеприпасы? А боеприпасы? Так, я понимаю, их уже не забрать. Плохо. Твои бомбы меня чуть не угробили. А, главное, что сработали. Рвануться в любую секунду. Вот смотри. Ты установил свои бомбы или нет? Обожди, чутка. Что-то не работает. Твои бомбы вправду такие особенные. Рванет в любую секунду. Она оторвалась. Боже, это провал. Это провал. Мы застряли, и я прошу тебя сделать всего одно дело, долбанное дело. Так, надо сваливать, он сейчас на разворот пойдет. О, смотрите, картина сзади, как я и говорил. Я бы тоже бы на разворот пошел. Так. Давай к зенитке. О, к зенитке. К зенитке. Так, Р. Где вы, где вы? Где ты? Где зенитка? Вон зенитка. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Вперед, вперед, к зенитке, к зенитке. Так, рядом с бочками не ходим, не ходим рядом с бочками. А, вот смотрите, вот зенитка. Ближайшая. Мне же ближайшую можно, правильно? Не обязательно какую-то особенную искать. Да кто там? Я хоть попал по нему. Ну вот вроде как куда-то же стреляю. Блин, да где вас? Вот подбил один. Давай, жизнь восстанавливаем. Вот второй подбил. Так, 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 жизнь, жизнь, жизнь. Надо восстановить немножко жизни.
Давай. Последний самолет. Последний же? Последний. Господи, он такой шевертлявый. Надо на опережение. Где ты? Вот так. Не попал. Есть. Вот в кого-то попадаю там тоже. Итак, что, мы закончили? Нет, с миссию? Или нам еще сваливать надо? Миссию мы закончили. Это очень даже хорошо. Ну вот, божий правый, Бриджер. Это было просто охрененно. Ты ходячая катастрофа. Господи. Старый жук еще научит меня сейчас, как правильно воевать. Послушай меня. Ты сам согласился на ту гребаную сделку, если собираешься выйти из тюрьмы. Стоять! Кто вы такие? Ну вот. Давайте посмотрим. А, мы его в багажник, представляете? В багажнике перевозим по пустыне. Это же как в духовке побывать. Это кошмар. Мне жалко чувака. Ну, он там испекся. Все. Теперь вонять будет всю дорогу. Дальше ты должен все сделать сам. Сделай без проблем. Так же, как в банках. Ладно? Ладно, ладно. Ясен пень. Слушай меня внимательно. Оно делает бабах, и все. Ладно, я спущусь туда, все закончу и вызову тебе помощь. Окей, на. Но мы оба должны сдержать. Ладно, просто сделай все, а потом посмотрим. А пока немножко отлежусь в этой поганой дыре. Хорошо. Полежи и отдохни. Давай, пошел, хватит пяльца на меня. Все, я сваливаю. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока, увидимся в следующем видео.